Гастроли новокузнецкой драмы на Алтае. Артисты покажут свои лучшие постановки на одной из главных сцен краевой столицы. Сегодня вечером в театре драмы имени Шукшина комедия «Островского лес». Действие комедии происходит в старинной усадьбе. Богатая барыня флиртует с юным гимназистом. Бедная девушка-бесприданница мечтает о свадьбе, ну а сосед-помещик хочет скупить за бесценок участки леса. Кроме этой постановки на суд барнаульских зрителей, актеры из Новокузнецка представят трагикомедию «Дон Жуан», постановку «Иванов» по пьесе Чехова, сказку «Кот в сапогах» и комедии «Звездный час» и «Гарнир» по-французски. Большинство спектаклей отмечены театральными критиками на российских фестивалях. Каждый из этих спектаклей, он интересен по-своему, он по-своему современен, в нем есть свой собственный стиль, вот, и режиссерский стиль, и такой художника, визуальный стиль. И в каждом из них заложено такое оригинальное режиссерское решение. Отмечу, это обменные гастроли. Зрителям Новокузнецка труппа краевого театра драмы покажет свои популярные постановки. Среди них премьеры последних сезонов «Москва. Петушки» Ерофеева, «Укрощение строптивой Шекспира», «Два ангела, четыре человека» Шендеровича и другие. Гастрольный тур продлится до 18 июня.